Главное не ты. Я, конечно же, это не выучила. Правила не знаю. Мозг просто взорви. Я не знаю, как будут сдавать. Я не ходила ни к каким репетиторам. Все, не знаю, что. Короче, не знаю, как это решать. До ОГЭ осталось 2 недели. Готова ли я? Нет. Да, в начале года я была супер замотивирована. Я думала, что я буду готовиться каждый день по 3 часа. Делать все задания, решать пробники, смотреть вебинары. Но оказалось, что нет. Приоритеты немножко изменились. Я сдаю географию, английский, математику и русский, понятное дело. Изначально я планировала сдавать литературу вместо географии, чтобы мне было легче в 11 классе, но я поняла то, что не хочу тратить столько времени и сил на это, поэтому выбрала географию. Потому что это самый легкий предмет. Я не ходила ни к каким репетиторам, только по английскому с сестрой мы ходим на один урок, ну, чисто для себя. Мы не готовимся там к ОГЭ. И мне нужны 5-ки. А вторую часть по математике я вообще никогда не решила. Поэтому будем учиться с вами, решать пробники, тесты, учить что-то новое, смотреть вебинары и постараться усиленно готовиться. Я надеюсь, у меня получится что-то, я узнаю что-то новое. Это как-то поможет мне на экзамене. Не знаю, ли возможно за неделю наверстать все упущенное. Мы как бы готовились иногда в школе, у нас было где-то пробников 10 всего, ну по всем предметам. Но учителя нас, если честно, не сильно готовили, и прям отдельно мы уроки особо ОГЭ не посвящали. Поэтому не будем медлить и будем приступать к учебе. Итак, начнем с математики. С математикой у меня вообще проблемки, не бум-бум. Первую часть я вроде нормально решаю. На 4-ку, думаю, выйду. На 3-ку так точно. Но мне нужна 5-ка. В этом и заключается проблема. Я вторую часть никогда еще не решала. Мы в школе занимаемся. Вторую часть нам не особо объясняют. Репетитора у меня тоже нет, поэтому берем дело в свои руки. Нам как бы задали на дом решать вторую часть, но она это никогда не проверяет. Но я попробую сделать первый раз в своей жизни. Попробую решить хотя бы из алгебры. Начнем с системы уравнений. Главное не завалить, знаете. Главное не три. Вот нам задали вот это прорешать. Ну, вот это выглядит легко, а вот с задачами у меня вообще проблема. Я реально не соображаю, но я попытаюсь. Кстати, хочу показать то, что в начале года я думала, что я буду так готовиться. И вот я купила отдельную тетрадку. Тут я записывала какие-то все формулы. Это я, кстати, летом еще делала. Теоремы, признаки, свойства. Ну, такая, да, красивенькая. Аня была еще в начале года так замотивирована. Думала, что буду все учить, готовиться. Попробую решить систему, по идее нам это объясняют. И вроде это было не так сложно. Вот мои тетради по математике. Это просто жесть. Представляете, я решила первое задание. Мне кажется, это просто нам учительница задала легкое, поэтому наверное, может, я решать. Другие вот в пробниках у нас были очень сложные задания. Это, в принципе, реально решить. Я сама додумалась. Да. Теперь любимая задача. Мне всегда легче, когда все нарисовано, визуально видно, а вот текстовые — это вообще мрак. Поэтому я попробую тоже у себя нарисовать что-то. Кстати, кому интересно, все пробники, которые мы по математике писали, у меня вроде 2 раза было 4, ну, 1 раз у меня точно была 4, 15 баллов, потом у меня было 13 баллов, то есть 2 балла до 4 не хватило, и, возможно, когда-то было 14, то есть 1 где-то балла да не хватило. Надеюсь, 4 точно будет. Рисунчик я нарисовала, что делать дальше, я не знаю. Вот мои машинки, чувственно ОГЭ я тоже так буду рисовать. 2 hours later. Короче, тут очень долго сидела, я ничего не поняла. И в итоге я посмотрела как бы похожую задачу. Там были другие числа, но примерно все одно и то же. Я посмотрела только начало, как бы такую сделала подсказочку, да. Попробую сейчас решить что-нибудь подумать. Ну, сама бы я точно никогда такого не додумалась. Поняла, по-моему. Так. Ну что?
что могу сказать? Как бы я прорешала эту задачу, но не прям же сама. Я посмотрела, как там надо делать начало. Но у меня что-то получилось, но ответов на это в интернете нет, поэтому мы никогда не узнаем, правильно это было или нет. Так, я думаю, с математикой пока закончим. Мой гуманитарный мозг скоро взорвется, поэтому приступим к английскому. Мне нужно записать несколько спикингов моему репетитору. Она давно меня просила, а я все так и не отправила ничего. Вообще, мы занимаемся как бы с моей сестрой, и мы к ОГЭ не готовились тоже. Просто занимаемся по другой книжке. А вообще, спикинг как бы немножко сложный. Ну как немножко? Мне лично сложно, правда. Там надо за одну минуту подготовиться и на две минуты рассказать. И чтобы было еще 10-12 предложений, если ты больше 2 минут расскажешь, то, ну, типа, все, не зачтут, да? Плохо. Надо, конечно, потренироваться. Да, и вот я открыла сайт Решуга. Буду рассказывать про healthy lifestyle. Yeah. I'm going to give a talk about a healthy lifestyle. So I would like to begin on this topic. Well, a healthy lifestyle, it is an essential part of our life. Что за essential part? Drinking and eating drugs. Ну что за бред? Я уже тут на 2 минуты наговорила, я ничего не сказала. Все, это последний, больше я не буду перезаписывать. Как я буду на ОГЭ? I'm going to give a talk about a healthy lifestyle. 2 hours later. I'm going to give a talk about a healthy lifestyle. My healthy way of life is to take care of yourself that will help you feel better in the future. You know, people should walk for a walk, do exercises, and be active during the day to get fit. So I can't manage my life without it. This is all I wanted to say. Я это записала, я не знаю, 10-й попытки, потому что мне перед репетитором как бы стыдно, да? Блин, хожу уже 3 года на английский, это просто мой английский, это ужас. Как это возможно? Это очень сложно. Тем более, когда стресс, это я просто сейчас сижу. Ну, молодец. Капец. Я не знаю, как я буду это сдавать. Почему я выбрала английский? Мне мама сказала, не знаю, отправлю репетитору, позор мой. И потом после обеда, наверное, еще что-то запишу, потому что, ну, это жесть. A few moments later. Ну что вы думаете? Прошло немножко времени, я решила опять сделать спикинг, потому что я просто разочаровалась в себе, выбрала тему и буду на диктофон записывать моему репетитору. На тот она еще ничего не ответила, просто прочитала, она, наверное, шокирована, поэтому буду приступать. I would like to give you talk about traveling. For work, for rest. Я закончила делать спикинг, я сделала 5 спикингов и отправила их. Конечно, там немножко позор, но практиковаться тоже нужно. Я вообще очень боюсь. И да, вроде под конец стало получше получаться, а первый это вообще был такой позор, просто крах. А сейчас по английскому, не знаю, считается ли это за подготовку к ОГЭ, но я буду делать домашнее задание, которое нам задали в школе. Ну вот, я написала, вроде более-менее как все правильно, ДЗ сделано. Ну что, начинаем наш 2-й день подготовки. Для начала я хочу снова готовиться к английскому. И хочу сказать то, что я вообще плохо шарю в грамматике во временах. Вот, present simple, past simple. Еще ладно. А вот когда идет там perfect, perfect continuous, я вообще не разбираюсь и просто ставлю на бум. Как лучше звучит. Вообще это моя тактика. Часто срабатывает. Поэтому хочу уделить внимание именно временам, проработать их. Да, мне кажется, 100% попадутся какие-то сложные времена. Поэтому давайте приступать. На YouTube я нашла вот такое видео. Также я тут себе посохраняла еще другие. Тут оно, конечно, 50 минут идет. Записывать я буду все вот такую вот тетрадочку. Она у меня 6-го где-то класса. Это я еще когда была вообще новичком, а 1 у меня был уровень. Я тут давно что-то записывала и буду тут продолжать. Вот поближе. Тут уже есть какие-то времена. Вот present simple. У меня такой вот почерк еще смешной. Довольно полезная. Тетрадочка.
Вот тут я красиво также оформляла. Но сейчас я не планирую тратить столько времени на то, чтобы все красиво оформлять. Поэтому буду все просто так писать. Главное понять, запомнить, выучить и уметь применять на практике. Потому что я поняла, что оформлять красивые конспекты особо смысла нет. Только эстетическое удовольствие. Так это вообще неэффективная штука, а занимает очень много времени. Я посмотрела этот урок. И, по-моему, я реально поняла. Девушка хорошо объясняет, и я оставлю ссылку внизу, если кому-то это тоже нужно. Я написала тут себе кратенько про все времена, почти, ну, кроме легких, которые я хорошо знаю. Сейчас я попробую попрактиковаться. Я открыла решёгу и буду делать задания только на грамматику. Вот я составлю себе вариант, выберу грамматические навыки и, наверное, лексико-грамматические потренируюсь. Во многом сомневаюсь, но завершим тест. Капец. А я, господи, Аня. Капец, тут такие тупые ошибки допустила. Я написала planting через E. Я расстроилась. Я, наверное, еще прорешаю. Это что-то... Ну, 4 ошибки. Я заболела. Да, мне уже, конечно, получше. Все не так плохо. Но подготовку к ГГ никто не отменял. Сегодня хочу уделить внимание русскому, математике второй части и, возможно, английскому. Я не снимала, но фоткала, я скрины прикреплю, как я решала пробники. Но я решаю не весь вариант, а выбираю задания, которые мне как бы сложно даются. Ну, в принципе, я, конечно, делаю ошибки. Вот по русскому у меня проблема, то что с этими правилами. Именно точно правила я не знаю, я ориентируюсь на то, как мне подсказывают чутье. Да и по английскому также. Иногда попадаю, иногда не очень. И поэтому по русскому может попасться вообще, я думаю, очень что-то сложное. Это особенно 5-е задание, и там надо правила как бы знать. Я вообще вот реально правила не знаю. И поэтому я скачала в интернете файл, там все правила и практика вроде. И у меня также есть тетрадочка, я ее покупала в начале года. Я тут записала совсем чуть-чуть правил на одну страницу. И думаю, буду сюда записывать. Но еще и главное практиковаться, потому что что так записать, и все равно потом ничего не запомнишь. Вот поближе тетрадка, она очень красивая. Возможно, тут не видно, но она так переливается, такая серебряная. Вот я, конечно же, опять красивенько заполняла. Я, конечно же, это не выучила. И вот, собственно, презентацию, которую я скачала, тут очень много. Сколько слайдов? 32 слайда. Вот буду сейчас все это записывать. Я сделала вот такую вот табличку. Возможно, не очень красивая. Нам-то главное информация, а не красота. Поэтому пойдет. И сейчас я хочу немножко попрактиковаться. Делать как бы тоже такие пробники, составлять по 4 вопроса. Я сейчас сохраню, перепроверять не буду, наверное. Я тут нажала, типа, что исправить, потому что у меня там очень много ошибок. Блин, я так расстроилась, что у нас только неправильно. Все равно, если я как бы это сохраню, мне скажут правильно. Это будет нечестно. Очень грустно от этого. Капец. Блин, так знала. Вот, кому интересно, если вы что-то тут увидите. Ну ладно. Тут много из-за того, что я невнимательно читала. Ничего страшного, расстраиваться не нужно. Нужно просто работать над собой. А пока что я пойду кушать. Смотрите, я составила вариант из 4 заданий. И у меня все правильно. Сейчас 11 вечера. Да, все тот же день. Я решила позаниматься математикой второй частью. После того кусочка, как я снимала, я уехала в художку и вернулись мы домой ближе к 8 уже вечера. Я хочу попробовать порешать математику перед сном, чтобы потом точно крепко уснуть. Вообще у меня план где-то из второй части прорешать 2-3 задания. Это в идеале, конечно. Упустим тот момент, то что я сейчас вообще ни одну не решаю. Ничего страшного, мы догоним, все успеем. Угу. И сейчас я выберу на решу Г, хотя бы одно там первое задание, уравнение какое-нибудь, и
попробую прорешать. Так, вот что мне выпало. Без понятия, как это решать, конечно. Вот моя тетрадочка по математике ОГЭ. Открываем. Кстати, хочу похвастаться. Все же знают то, что первые 5 задач там были какие-то сложные, нереальные. Так вот, на пробники нам попали шины. И я сама их решила, по-моему, одна из классов, представляете? Я очень долго там что-то решала, подставляла, но это оказалось реально. Поэтому за первую часть я не очень боюсь, а больше вот за вторую. Ну вот, я прорешала, у меня получилось x минус 1, а y 3. А я, наверное, вот проверю. Аня, дебил. Как это? Каким образом? Я вообще не понимаю, как они это получили, но сейчас я разберусь и попробую сделать так же и сама решу. Чего я тут неправильно? Я поняла свою ошибку. Я просто зачем-то число не туда перекинула. Еще плюс вторая часть страшна тем, то, что там нужно все оформлять. Но если там что-то не напишешь, то тебе просто баллы не поставят. Но вообще главное не двойку, надо 2 балла хотя бы с геометрии. Поэтому надо будет тоже потренироваться решать что-то из геометрии. А с теоремами и признаками, формулами у меня очень плохо. Ну ладненько. Я, наверное, пойду все-таки спать. Потому что, знаете, перезаниматься тоже так не очень хорошо. Еще вдруг кукушка слетит. Поэтому лучше пойду посплю. Вот завтра тоже буду готовиться. Все, всем спокойного. Ну что, всем приветик. Я уже вообще почти выздоровела и решила решать математику, вторую часть. Думаю, второе задание, вот эти задачи обычно. Вчера, кстати, так вдохновилась, то, что перед сном начала решать, мне понравилось даже. Поэтому сейчас тоже хочу задачку прорешать и, наверное, буду потом делать русский. Также я не снимала, но я вот минут 20 назад прорешала тоже 15 заданий грамматики по английскому. У меня, короче, 2 ошибки. У меня вечно по английскому 2 ошибки. Вот задача. Я ожидала то, что она будет какая-нибудь на скорости. Тут вообще, блин, 1 строчка. Что мне делать с этой информацией? 2 hours later. Короче, не знаю, как это решать. Поэтому, наверное, просто сохраню и посмотрю, как они решили. Да блин. Сейчас запишу все решения. Вот кому интересно, как это решать. Наверное, это считается элементарная задача. Но я как бы не гений. Не гений мысли, да. Ну что, учимся, да. Потом буду знать, как это решать. Так, я не решила эту, вообще не решила. Я хочу прорешать еще одну, поэтому сейчас тоже выберу себе. Вот именно вторую, потому что вчера первую решала. Сейчас надо что-то другое. Первый рабочий за час делать на 9 деталей больше, чем второй. Выполнять заказ, стоящий из 112 деталей. На 4 часа встречи второй рабочий, выполняющий такой же заказ. Сколько деталей в час делать второй рабочий? Эти задачи это просто. Тут реально надо на них, наверное, час потратить. Мозг просто взорвется. Я попробую, но ничего не обещаю. Ну что вы думаете, сама ли я решила эту задачу? Нет, конечно. Я просто опять посмотрела, правильно решать, запомнила, проанализировала, записала себе тетрадку, табличку нарисовала. Так-то решаемо. Надо еще тренироваться. Сейчас хочу что-нибудь еще прорешать. Вот, сделала вот эти вот 2 задачки. И вот это вот, кстати, про детали потренируюсь. Я тут попробовала прорешать первое. Мне кажется, я неправильно сделала. А сейчас я буду пробовать решать задачу. Ребят, знаете что? Кажется, я стала гением. Я правильно решила вот эту 22-ю задачу. Вообще такое. Думала реально то, что опять неправильно, ну как обычно. А вот с дробями первое, ну 20-е задание, решила неправильно. И вот я сейчас смотрю на решение, я до сих пор не понимаю, как они это сделали. Ну, типа, как это получилось? Но я горжусь собой то, что я правильно решила 21-е задание. А 20-е что-то у меня хромает. Спасибо, но нет. Итак, я все на том же месте. Это же значит, что я, конечно же, буду готовиться к ОГЭ. Что я еще могу делать? Получается, я не готовилась только к географии. Но это потому, что я меньше всего за нее переживаю. У меня кто-то пробник я изначально на 5 написала. Ну и вообще там есть атласы. Всегда такая подушка безопасности. Но с некоторыми заданиями у меня все равно бывают затупы. Поэтому я хочу посмотреть вебинар и подучить то, что не знаю.
Ну все, я посмотрела этот вебинар. В принципе, я это все и знала. Но повторить тоже неплохо. Тем более то, что география уже совсем скоро. Это самый первый предмет, который я сдаю. Да, уже начинает немного становиться страшно. Но я думаю, то, что буду заканчивать это видео. Мы с вами подготовились. Так нормально, я считаю. Я много что повторила, вспомнила. Я, конечно, так и буду продолжать готовиться к ОГЭ до самих экзаменов. Надеюсь, то, что все будет хорошо. Надеюсь, будут ответы. Это единственное, что меня спасет. Я буду снимать влог, как я сдаю ОГЭ. Я также, конечно же, скажу баллы. Поэтому, если вам интересно, то обязательно подписывайтесь на мой Инстаграм, Телеграм, Ютуб, конечно же. Ставьте лайк. Если вы тоже сдаете ОГЭ, ЕГЭ и вообще любые экзамены, то я желаю вам удачи. У нас все получится, мы все сможем. Ну и все. Всем большое спасибо за просмотр. Всем до скорой встречи и всем пока.